1 доллар США равен 1266 производство 50 тысяч тонн алунита в год. По 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1267. Производство 50 тысяч тонн Алтея в год. По 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1268. Производство 50 тысяч тонн алунда в год. По 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1269. Производство 50 тысяч тонн алтына в год. По 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1270. Производство 50 тысяч тонн альпаки в год. По 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1271. Производство 50 тысяч тонн альфа-железа в год. По 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1272. Производство 50 тысяч тонн альфа-частиц в год. По 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1273. Производство 50 тысяч тонн алюмеля в год. По 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1274. Производство 50 тысяч тонн алюмината в год. По 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1275. Производство 50 тысяч тонн алюмосиликатов в год. По 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1276. Производство 50 тысяч тонн амазонита в год. По 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1277. Производство 50 тысяч тонн амальгамы в год. По 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1278. Производство 50 тысяч тонн амаранта в год. Амаранта. По 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1279. Производство 50 тысяч тонн. Амарил. Амарил. Амари. 1242. Производство 50 тысяч тонн аконита в год. По 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1243. Производство 50 тысяч тонн амарилиса в год. По 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. Производство 1280. Производство 50 тысяч тонн амианта в год. По 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1281. Производство 50 тысяч тонн амидары в год. По 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1082.
производство 50 тысяч тонн амизола в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1282-283. Производство 50 тысяч тонн амиды в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1285. Производство 50 тысяч тонн амилоцитата в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1286. Производство 50 тысяч тонн амилодекстрина в год. 1254. Производство 50 тысяч тонн в год алерона по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 24 рублям Российской Федерации. 1287. Производство 50 тысяч тонн амилозы в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 24 рублям Российской Федерации. 1288. Производство 50 тысяч тонн амилопектина. Амилопектина. Амилопектина в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1289. Производство 50 тысяч тонн аминокислот в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1290. Производство 50 тысяч тонн аминопласта в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1291. Производство 50 тысяч тонн аминов в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1292. Производство 50 тысяч тонн аматола в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1293. Производство 50 тысяч тонн аммиака в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1294. Производство 50 тысяч тонн аммиаката в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1295. Производство 50 тысяч тонн Аммонала в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1296. Производство 50 тысяч тонн аммонита в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1297. Производство 50 тысяч тонн аммония в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1298. Производство 50 тысяч тонн аммофоса в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1299. Производство 50 тысяч тонн аммиона в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1300. Производство 50 тысяч тонн аллантаиса в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1301. Производство 50 тысяч тонн амфиталитов в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1302. Производство 50 тысяч тонн амфиболы в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1303. Производство 50 тысяч тонн
Актинолита в год по 1 квадриллиону рублей за тонну, 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1304-е. Производство 50 тысяч тонн анабиса. Анабазиса в год по 1 квадриллиону рублей за тонну, 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1305-е. Производство 50 тысяч тонн анаболика в год. По 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1306. Производство 50 тысяч тонн анатоксина в год. По 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1307. Производство 50 тысяч тонн англезита в год. По 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1308. Производство 50 тысяч тонн ангидрида в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1309. Производство 50 тысяч тонн ангидрита в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1310. Производство 50 тысяч тонн ангорской шерсти в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1311. Производство 50 тысяч тонн андезина в год.